Первая рота прямо! Остальные направь! Тут! На плечи! Тут! Равнение направо! Там! Традиционно парад войск открывают суворовцы. За 58 лет из Минского суворовского военного училища путевку в самостоятельную жизнь получили более 12 тысяч юношей. В этом году состоялся юбилейный, 55-й выпуск воспитанников. Среди выпускников училища 40 генералов, более 100 докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов. Сотни выпускников училища за проявленное мужество и героизм награждены боевыми орденами и медалями. 4 выпускника училища удостоены звания Герой России. Приказом министра обороны Республики Беларусь за воинскую доблесть, мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга, 6 выпускников Суворовского училища навечно зачислены в списке личного состава училища. Перед трибунами знамя победы и штандарты 1-го, 2-го, 3-го белорусских и 1-го прибалтийского фронтов. Отдавая дань уважения ветеранам-победителям, проходит парадный расчет в форме солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. В руках военнослужащих легендарные советские автоматы ППШ. Перед трибунами воины 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской краснознаменной дивизии Вооруженных сил России. В годы войны дивизия участвовала в освобождении Беларуси. Сегодня это соединение в составе региональной группировки войск Беларуси и России продолжает традиции боевого братства. Перед трибунами проходят парадные расчеты военной академии Республики Беларусь. Впереди парадный расчет профессорско-преподавательского состава академии. Торжественным маршем проходит парадный расчет слушателей командно-штабного факультета. Курсанты главного военного вуза страны являются постоянными участниками военных парадов столицы нашей Родины. В этом году военную академию Республики Беларусь представляют парадные расчеты факультетов связи и автоматизированных систем управления, общевойскового и противовоздушной обороны. Выпускники общевойскового факультета составляют основу офицерского состава сухопутных войск и ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Республики Беларусь. Представленные участниками парада обмундирование и снаряжение отвечает самым современным инновациям в военном деле. Факультет противовоздушной обороны. За 58 лет здесь было подготовлено более 13 тысяч военных инженеров. На офицеров-выпускников факультета возлагается...